Полтора миллиона жителей Подмосковья поучаствуют в акции «Бессмертный полк». Порядка 1,5 миллиона жителей Московской области примут участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 4 мая. Важно помнить свои корни, помнить, какой ценой досталась победа. Большая ответственность идти в бессмертном полку с фотографиями своих родных там, где до этого победно прошли наши предки. Подмосковные юнармейцы, победившие в конкурсе видеоработа «Сохранение истории России», примут участие в экскурсионном обучающем туре по городам Европы с участием в шествии «Бессмертный полк» в Берлине, отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева. По данным регионального правительства, самая массовая акция пройдет в Балашихе, Химках, Одинцове, Реутове, Мытищах. Накануне сообщалось, что в праздновании Дня Победы в подмосковных парках культуры и отдыха примут участие более 90 тысяч человек. Всего в этот день в области пройдет 70 тематических мероприятий, в том числе ярмарки и концерты. 17 апреля министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила о решении правительства оказать материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны перед 9 мая. Выплаты будут направлены более чем 87 тысячам человек. Перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.